Не только дожди пугают ярославцев. В ночь на четверг в Ярославской области ожидаются первые заморозки. Таков прогноз Ярославского гидрометеоцентра. В течение ближайших ночей местами температура воздуха будет опускаться до минус 2 градусов, а на почве до минус 4. Такие температуры однозначно не пройдут без вреда для еще не до конца собранного урожая, предупреждают синоптики.